друзья, всем привет! Сегодня 16 марта, пятница. И как мы с вами договаривались, сегодня у нас на обзоре будет Kia Stinger в комплектации GT Line. Вот обратите внимание, как нас встречает автомобиль. Обычно, когда ты приходишь к дилеру брать машину, она стоит где-то на парковке. Но в нашем случае она стоит в отдельном боксе. Номерочек у машины 747, точно такой же, как на моей ласточке. В общем, про этот автомобиль мы сегодня так детально поговорим, потому что одни говорят, это плохая тачка, другие говорят, это классная тачка. Споры вокруг машины набирают обороты, будем разбираться. Но прежде чем мы начнем, положа руку на сердце, хочу честно вам сказать, что дилер мне дает автомобиль и не просит ничего абсолютно говорить, нахваливать. Говорит, на машину поезди и сделай конструктивно, выскажи свое мнение. За это ему огромное спасибо. Если вы хотите купить автомобиль марки Kia, любой модели, пишите мне, помогу, чем смогу. Да, менеджера даже на этот автомобиль новый вам уже сделают скидку, ну как минимум подарят летнюю резину. Не будем размазывать кашу по тарелке, поехали кататься и делать обзор. Мы с вами перемещаемся в то место, где 2 года назад, летом, мы снимали новинку Optima GT. Даже сейчас проехали полицейские, которые тогда, 2 года назад, здесь проезжали и узнали нас, говорят, а вы вроде здесь когда-то снимали. Говорю, ну снимали там 2 года назад. Кстати, тот же самый дилер, тогда он единственный был, который откликнулся и вообще дал нам машину. Там было что-то 3000 подписчиков на канале, и все говорили, а, идите нахрен. Но не суть, вот давайте знакомиться с автомобилем. Как вы знаете, уже многие блогеры, многие журналисты съездили, покатались, сделали детальные обзоры, показали, как он катается по горам. И вот, наконец-то, автомобиль оказался в Москве, в марте стартовали продажи. Вот сейчас ты можешь прийти к официальному дилеру и купить машину. Самая базовая версия стоит 1 900 000 рублей. Если ты сдаешь трейд-ин, естественно, соточку тебе как бы могут скинуть. Вот скидки, конечно, условно, но вот, например, резину зимнюю подарить запросто могут, потому что автомобиль идет непосредственно на летней резине. Вот давайте посмотрим на автомобиль. Вот на сегодняшний день мы уже так немножко катаемся по Москве. Я вам скажу, люди смотрят, люди интересуются, подходят, спрашивают, какой двигатель, что из себя представляет автомобиль, просит открыть дверь, дать посидеть возможность. Вот это именно то, тот автомобиль, про который можно смело сказать, здесь есть чему зацепиться взгляду. Но на самом деле, вот многие люди его сравнивают, начинают с Porsche. Самая топовая версия стоит 3 300 000 рублей. Самая дешевая бюджетная версия Porsche стоит 6 200 000 рублей. Самая простая. Более-менее нормально обойдется вам 8 миллионов. Что можно взять в альтернативу этому автомобилю, если ты говоришь, корейцы, не, ну это не то, мне не интересно. Audi опять Sportback. За 2 700 000 рублей, примерно столько стоит наш автомобиль конкретно, можно найти новый Audi A5 2017 года в более-менее неплохой комплектации. В любом случае, если начать сравнивать, комплектации будут несравнимы. Эта машина где-то будет побогаче, где-то, конечно, и Audi будет во много раз лучше. Но разгон у них одинаковый будет, что здесь заявлены 6 секунд, что в Audi A5 будет заявлены тоже 6 секунд. Альтернативу какую-то другую, ну, все на ваш суд, комментарии открыты, выскажите, что бы вы купили, если брать в расчет, что этот автомобиль стоит 2 700. Непосредственно эту модель первый раз анонсировали еще в 2011 году. Тогда это была GT Concept. Вот на сегодняшний день, в 2017 году, все, она приобрела полное название Stinger. И на самом деле название очень даже интересно. Ну, знаешь, бывает, называют машины какими-то непонятными, там, AX35, Rio, ну, еще там более-менее можно сказать. Но вот Stinger для спортивной тачки, на мой взгляд, название очень подходящее. Давайте потихоньку подходить ближе. Вот смотрите, если взять базовую версию нашу, чем она, собственно, будет отличаться? Ну, скажем так, стайлинговые вещи. Решетка радиатора будет не хромированная, будут другие фары стоять. Вот фары сами по себе такие же по форме, но они будут обычные галогеновые. В нашем случае идет LED-оптика, ближний и дальний. В самой топовой версии фары еще будут поворотнее. Задняя часть автомобиля, в принципе, выглядит плюс-минус везде одинаково. Различного рода есть эксперты, которые говорят, что фары здесь слишком большие или их нужно было перерисовать. Я здесь судиться не беру, потому что дизайнеры есть дизайнеры, грамотные люди, работают в автомобильной тематике целую жизнь свою. Что мне здесь единственное не нравится? Ну, смотрите, вот Kia, да, решетка радиатора узнаваемая, то есть чисто, как они называют, это улыбка тигра и значок Kia. Вот когда, например, ты берешь BMW новую, ты можешь делать тюнинг от Harman. И то есть у тебя будет новая бляшка стоять, да, эмблемка Harman, то есть на колесах, везде. Вот мне кажется, здесь тоже можно было бы над этим подумать, например, заменить решетку радиатора, сделать абсолютно другой и поставить другой значок. Ну, потому что в целом смотришь на автомобиль, все классно, ну реально. Вот все, кто рассказывает там различного рода обзоры, одни могут нахваливать машину, другие могут говорить, что это говно собачье, не берите его, пацаны. Советую всем вот вживую взять автомобиль, хотя бы на полчасика прокатиться, кружок, и тогда вы сделаете прям полноценные выводы. В нашем случае никаких псевдоэлементов нет. Все эти воздухозаборники действительно работают. Вот отмечу, хромовая решетка, зеркала с хромом, с темным, с таким покрытием, смотрится действительно симпатично, особенно когда автомобиль чистый, новый, весь блестит. Давайте откроем капот и посмотрим, что нас встретит там. Она встречает
на самом деле небольшой ассортимент двигателей. Но вот в первую очередь давайте с нашего начнем. 247 сил, бензиновый, с турбиной. Работает это все в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Коробка всем известная. Паспортный разгон заявленный 6 секунд. Вот здесь немного хочу остановиться. Да, видел, в комментариях писали уже, в Инстаграме посоветовали посмотреть видеоролик, где человек тестировал этот автомобиль точно в такой же комплектации, именно на разгон 0-100. И у него показал он по прибору RaceLogic, если я не ошибаюсь, 8 секунд. Двигатель был там абсолютно не обкатанный, но новый автомобиль, и дорога была мокрая. Я думаю, что лучше это сделать каким образом? Обкатать двигатель, покататься на машинке. Хороший солнечный день, потестировать. Вполне возможно то, что действительно будет погрешность по разгону. Здесь я Kia защищать не собираюсь, так как с Optima GT была та же самая история. Люди тестировали, показывали, что в заявленный показатель она не едет. Автомобиль может идти как на полном приводе, так и непосредственно на заднем. Даже несмотря на то, что наш автомобиль с полным приводом, когда в штатном режиме ты едешь, большую крутящую часть переносится на заднюю ось. Есть деф-форсированная версия такого же двигателя, там будет 197 лошадей. Задний привод, самая бюджетная версия, стоит 1 800 000, если я не ошибаюсь. И разгон там 8,9 секунд заявленный. Она же с полным приводом будет в районе 7,8 секунд. То есть все показатели меньше 10 секунд. Если взять самую топовую версию 3,3 литра V6, две турбины, там, если не ошибаюсь, коробка передач вроде немножко отличается, она более усиленная, но могу здесь ошибаться. Вроде бы тоже 8-ступенчатая. Поправьте, если что, вы все знаете лучше меня. А вот она разгоняется по паспортным данным 5,1 секунду. Да-да, я не ошибся. Вот если зайти на официальный сайт и скачать, например, вот буклет по машине, там будет именно написано, что 5,1 секунды. Если же посмотреть в других информационных источниках, тоже на официальных сайтах, то там заявлены показатели 4,9 секунд. В любом случае, Kia говорит, что это у нас впервые самый быстрый автомобиль за всю нашу историю. Двигатель на самом деле нам здесь всем уже давным-давно известный. Это семейство Z2, он устанавливался также на Hyundai Genesis G80 с 2017 года. Крутящий момент непосредственно в нашем двигателе 353 ньютон-метра при 4000 оборотов в минуту. Подчеркиваю, в минуту. Максимальная скорость в нашей комплектации 240 км в час. Если взять топовую версию, то там можно разогнаться 270 км в час. Распорки, два газовых упора, абсолютно недорогая вещь, но очень полезная и удобная. Там же находится, где и у Мерседеса, примерно бачок для омывающей жидкости. В общем, здесь вам все понятно. Здесь мы сделаем одно. Ждем просто время. Но в любом случае, производитель говорит, 5 лет гарантия и 150 тысяч. Вот на секундочку, если задаться вопросом, вот поставить сюда сейчас Audi опять, спортбэк, вот что бы ты выбрал? Ну, я думаю, многие скажут, ну, конечно же, Audi. А вот если задать вопрос таким образом, если ты берешь автомобиль на 5 лет, и ты уверен, что за эти 5 лет ты проедешь 150 тысяч, вот как ты считаешь, где будет автомобиль надежнее? Вот Kia Stinger или же Audi опять? Вот напишите ваше мнение в комментариях, с каким автомобилем больше будет проблем. Я здесь не берусь делать никакие выводы, чтобы все было объективно. Вес автомобиля 1850 кг. Габарит его вы сейчас видите на экране. Здесь пока что сказать больше нечего. Ждем время. По стариночке. Клиренс автомобиля для России 150 мм. В топовой версии GT будет клиренс 130 мм. Подвеска передняя, независимая, типа Макферсон. Колеса у нас тут разные широкие. Сами диски 19, 225, 40. И 245 на 40. Комплект колес, подчеркиваю, зимней резины будет стоить порядка 60 тысяч рублей. Техническое обслуживание на автомобиль стоит 12-15 тысяч рублей. Каска на автомобиль, ну все индивидуально, но будет стоить порядка 80-100 тысяч рублей. Автомобиль не находится в зоне угоняемости, поэтому с ним проблем, по идее, быть не должно. В нашей версии тормоза идут дисковые, вентилируемые, в топовой версии идут тормоза Brembo. Соответственно, сколько они будут стоить по замене, мне вот тоже интересно послушать суппорта плюс диски. Я думаю, ценник будет порядка, ну, 150 тысяч должно быть как минимум. А там, конечно, надо смотреть, какой самый большой спор. Вот некоторые говорят то, что Kia пытается прыгнуть в премиум-сегмент. Если вы даже тупо зайдете на официальный сайт, где должна быть, по сути, одна сплошная реклама, там про слово премиальность сказано только один раз, когда речь идет про музыкальную систему Harman Kardon. Все. В остальном же люди пытаются занести следующую фишку, что автомобиль сделан именно для любителей драйва. Кто вот хочет сесть в автомобиль, отправиться куда-нибудь из одного в другой город, то много есть, и при этом получать удовольствие именно от вождения. Это не семейный автомобиль, хотя вот кузов и пространство салона вполне вмещает в себя вот семью. То есть ты можешь сесть с женой, дети у тебя сзади будут сидеть, и ты будешь комфортно передвигаться. У него раскладываются сиденья. То есть с точки зрения практичности и удобства есть в этом автомобиле все, что нужно. Но и в тот же самый момент
никто не кричит то, что это конкурент там Porsche или еще кого-то. Кузов Fastback, да, он похож на Porsche Panamera. Ну и что? Что, нельзя, что ли, тоже сделать автомобиль, который похож? Вы вспомните сами даже простую вещь с телефонами. Вот сейчас выкладывают все топовые телефоны, 10 штук, все как один. Задняя подвеска независимая, многорычажная. Тестировался автомобиль на Нюрбургринге, что говорит о том, что действительно поработали именно над управляемостью. Тестировать мы его будем сейчас по городу, но обязательно, когда станет тепло, мы отправимся куда-то за город и действительно дадим ему просраться, как говорится. Давайте я присяду в автомобиль сам за собой. И что я здесь получаю? Отмечу, что когда глушишь автомобиль, сиденье отъезжает назад. Поэтому если сейчас завести, оно отъедет чуть вперед. Но в любом случае, даже в таком состоянии, в таком положении, очень удобно. Если поговорить за отделку, то спереди, например, там заявляют, что идет алюминий. Вот это вот по ощупу, ну вообще больше похоже на пластик. Помните, вот мы недавно снимали Е-класс? Вот там садишься назад, там действительно чувствуется роскошь. Думаешь, блин, дорогой автомобиль. Здесь же этого не чувствуется. У нас идет кожаный салон. В самой базовой версии тряпки не будет, там будет просто кожзаменитель. В самой топовой версии будет кожа Наппа. В автомобиле установлено 15 динамиков. Сзади есть подогрева, открыть с кнопочки, воздуховоды, климат-контроль трехзонный. Черный потолок у нас идет. Сам потолок замша. Здесь есть ставки с алькантарой. В общем, сзади все стандартно для Kia. Вот на самом деле садишься, вот задняя часть, тут ну реально Kia. Конечно же, можно сложить задний диван, будет больше мест, но вот вылазить из автомобиля, смотрите сами, да? То есть, в принципе, не очень удобно. Испачкаться можно, но это спортивный как бы автомобиль, поэтому терпимо. Потихонечку переходим к задней части. Бак у нас идет 60 литров. Километров на 500-600 запросто хватит. Не знаю почему, но все придираются вот к этому элементу. Он не светится, просто бутафория, катафотик, скажем так. Но на мой взгляд, на самом деле, если со стороны встать, вот именно сбоку показать автомобиль, когда он стоит, ну какой-то шарм в нем есть, такая изюминка. Ну кому-то нравится, кому-то не нравится. Вот посмотреть на задницу автомобиля, парни, ну скажите сами, вот 4 патрубка, раздвоенный такой выхлоп, вот задняя часть, фонари сделаны симпатично, на самом деле тачка сзади смотрится ого-го. Вот без шуток говорю, никто мне денег не давал, вообще ни разу мне ни один дилер ни за что не платил, блин. Поэтому я вам честно говорю то, что вот эта машинка, на мой взгляд, выглядит в принципе достойно и симпатично сегодняшний день. Вот люди, ты передвигаешься по городу, все смотрят. Если мы на Ешке катались, казалось бы, нифига себе, там в интерьере очень круто, никто не обращает внимания на автомобиль, но здесь вот все это выглядит интересно. Багажник у нас, естественно, открывается с кнопочки. 406 литров нас встречает. Если сложить заднее сиденье, вот это вот все дело убрать, будет примерно 1114 литров. У нас есть докаточка, по идее, а не полноразмерка, ну да, докатка. В общем, все необходимо, ну, как обычно, знаешь, вот тебе, пожалуйста, какие-то такая вещь. Ну, многие скажут, это все ерунда, к этому можно даже не придираться. Вот, ну, а так вот, чего-то здесь индивидуального, уникального нету, ни розеток, ничего. Багажник открывается высоко. Давайте присядем в автомобиль, посмотрим, что нас там встретит за интерьера, и отправимся кататься. Переходя к интерьеру автомобиля, здесь действительно есть о чем поговорить. Но все, знаешь, как-то вот кусками. Вот если смотришь на дверь, в принципе, смотрится все симпатично, достойно. Если переходить к центральной панели, да, к центральной части автомобиля, ну здесь двоякие ощущения. Вот смотри, вот эта вот часть, круто сделан, все на своем месте, все хорошо видно, хорошая эргономика, интересное решение такое сделано, как бы под Porsche. Подогрев руля, пакет теплой опции, в общем, все, что есть по комплектации, я перечислять не буду, потому что вы все это можете сами прочитать на официальном сайте. Но вот если начать подниматься выше, вот эти части элемента, да, сделаны, например, из алюминия. Вот это пластик однозначно. Управление климат-контролем, да, ну смотришь как-то здесь уже попроще. Именно вот идет отголосок то, что это Kia. Вот на мой взгляд, вот именно вот эта часть не самое удачное решение. Ну, во-первых, это смотрится как-то, ну, не знаю, по мне слишком куца. Дисплей так и вовсе. Он многофункциональный. Здесь изначально сразу ты покупаешь машину, у тебя сразу будет навигация, тебе карту дают. Здесь есть возможность подключить там CarPlay, Android. В общем, все здесь, что нужно тебе, есть. Но фишка в том, что он действительно смотрится старый. Вот эти поля, многие отмечали, вживую садишься, прям глаза действительно бросаются. Поэтому двоякие ощущения. Если перейти к приборной панели, то же самое. Знаешь, вот Kia Optima, например, сразу вспоминается. Руль, ну Kia, опять же, та же самая Optima. Двери, электропривод сидений, настройки. Здесь порядка 10 настроек, в топовой версии будет 12 настроек. В общем, память есть, но этим уже ты никого не удивишь. Люк есть. В целом, знаешь, прям чего-то такого особенного сказать, прям вау, если только вот про эту часть. Вот где-то здесь посмотреть,
можно что-то найти. Удобный подлокотник, не надо его поднимать вверх, вот чтобы вот он вот такой плоскости был, знаешь, но это будет удобно. Здесь нет никаких режимов, он вперед-назад не двигается. Но ты сел, настроил под себя, нормально. Я говорил то, что пол слишком низко находится, ну то есть сиденье ближе к полу. Вот я ноги, например, ставлю, уже, видите, измазался. И получается вот такая картина. А ты представь, если, например, рядом с тобой будет сидеть девушка, и она на каблуках. То есть у нее ноги вообще вот так будут задраты. То есть действительно такая фишка есть как бы в тех же самых BMW, трешках, я помню. Но факт в том, то, что в принципе нормально. Сиденье у меня опущено в самый низ, зеркала настроены под меня. Автомобиль нафарширован, вентиляция, подогревы, круговой обзор, все различные датчики, все это есть. Поехали, покатаемся, потому что вот ради только этого мы и брали. Трогать материалы, говорить, а, качественно, некачественно, пофигу все это. Поехали кататься. Я сразу перевожу коробку в спортивный режим. Кататься на эко-режиме, экономить топливо мы не будем. Двигатель готов питаться 95-м бензином, но, в принципе, сюда можно смело лить и 98-й. Прямая. 50 километров в час скорость. Проекционный дисплей на лобовое стекло выведен, очень хорошо работает. Газку. Ну вот Москва, да? Вот куда ты разгонишься? Одна камера, так, ну вон BMW выезжает, видишь? Здесь газу-то не дашь особо, но звук есть. Коробка все равно, знаете, скажу, даже в режиме спорт на газ жмешь, периодически она все равно не подхватывает. То есть, ну, задержка небольшая есть. Тормоза хорошие, вот притормаживаем, очень хорошо схватывает. Смотри, вот стоит Mazda 6. Чуть многие люди, ну, видимо, из-за того, что я сам маздовод, и много маздоводов на канале собралось, всегда говорят, типа, вот сравни ее с Mazda 6. Парни, совсем другой автомобиль. Mazda 6 и Kia Stinger – это разные вещи. Вот если меня спросить объективно, что бы я взял, с точки зрения погоняться, я бы не стал бы брать, например, Mazda там, 2,5 литра с турбиной, которая новая выйдет. Естественно, я взял бы лучше вот этот автомобиль. По мне, он, во-первых, агрессивнее смотрится, симпатичнее, более современней. Вот если бы Мазду представили в том виде, в котором мы ее ждали, другой разговор, можно было бы что-то говорить. А так, Стингер, конечно, сейчас на рынке это новинка. Вот передается звук вам? Рулежка очень хорошая. Стоит на дороге, несмотря на то, что у него идет летняя резина сейчас, вон подлетели. И чего у нее там внутри? В нашем случае 2 литра, 247 сил, 6 секунд до первой сотни. А максимально что можно? 3,3 литра, 333 лошади, разгон до сотки 4,9 заявлено. Чистый там V6 или с турбиной? V6, две турбины стоит. Две турбины стоит? Да, еще и лаунч-контроль и полный привод. И сколько она стоит максимальная? Максимальная 3,2. Ну, со скидкой, если так. А вот это вот конкретно 2 600. Ну, хорошая тачка. А? Хорошая. Тяга у нее есть. То есть, видите, да, не вру. Вот сами люди подъезжают, спрашивают. Мы тут еще с одним человеком общались. Оператор только не заснял. Все смотрят. Вон, с такси голову ломают. Вот парень, видите, проезжает, сразу такой увидел, то, что мы его заснять хотим на Audi. Опять спортбэк. Как раз сидит, засматривается на нашу малышку. Работа подвески, я считаю, очень сбалансированно настроена. По ровной дороге, естественно, вопросов ноль. Отклик на руль идеальный, левее, правее даешь, машина послушает. Ну, видно, что над машиной хорошо поработали. Поэтому с точки зрения управляемости, как минимум в городе, вопросов вообще ноль. Как она себя поведет на скорости 250 км в час, будет, конечно, интересно. Но такие скорости развивать, например, на трассе не совсем правильно, это небезопасно. Я вас всегда призываю придерживаться правил дорожного движения, как минимум скоростного режима. Общие впечатления тут от передвижения по городу, на самом деле, положительные. Люк есть, солнечная погода, приоткрыл, в машине, на самом деле, комфортно. То есть, в принципе, все, что сказал, оп, нам уже сигналят. Вот с точки зрения шумоизоляции тоже можно смело поставить плюсик. Разгоняемся, мимо машины проезжают, нет такого дискомфорта, как в той же самой, как в том же самом автомобиле D-класса. Раз, два, три. Задержка, оп, пошла. 60. Ну, разгончик есть, но все равно, знаешь, вот нажимаешь с тормоза в пол,
Вот секунда какая-то задержка есть, то есть буквально вот 20-30 километров, и тяга прям начинается. Я уверен, что такой задержки не будет на Стингере, который 3,3 литра, но вот в нашем случае говорю как есть. Агрессивность характера, конечно, можно почувствовать, потому что мы едем вот 40-50, я поддаю газку, и по ощущениям прям видно, то, что она готова сорваться, она прям хочет поехать быстро вперед, начать набирать скорость. Она сдерживает. Вот именно, как, знаешь, табун скакунов есть такой, и вот он хочет пробежаться, но его сдерживают. Вот говорит, дай мне прямой участок, я хочу. Но у нас тут то пешеход выйдет, то какая-нибудь газель на газу, вообще банище стоит жуткое, пришлось закрыть все. Вот когда передвигаешься в потоке, вот знаете, иногда хочется так вот газку дать, чтобы она прям так вот прыгала, прям раз, раз. Здесь этого почему-то нету. Крутящий момент 353 ньютон на метр. Вот ей бы 600 крутящего, тогда было бы совсем другое дело. Вот у нас есть возможность сейчас вклиниться в поток. Потихонечку выезжаем, скорость у нас 30 километров. И нужно вклиниваться. Поехали. Отлично. Уверенно зашли. Уходим с потока. Перестраиваемся. Оттормаживаемся. Оп, видишь? Рио-то видит то, что сзади едет старший брат. Мощный такой, знаешь, вкачанный братишка. Сегодня блещу комментариями. Некоторые автомобили берешь на тест-драйв, тебе говорят, хочешь, день катайся. Но ты понимаешь, блин, ну скучная машинка. Вот разочек покататься, там часик-два и отдать. Но вот этот автомобиль вообще неохота отдавать. Ну что, самое время делать выводы, и, конечно же, мы начнем с цены. Вот сейчас, пока мы передвигались на автомобиле, мы сделали легкую онлайн-трансляцию в инстаграм нашего канала. Все, кто не подписан, подписывайтесь, чтобы не пропускать такие вещи. Так вот, многие люди говорят, цена, 2,7, 2,6, ну это много, за топовую версию еще больше ценник. Тем не менее, машину берут. Вот совсем недавно, а точнее вчера, мы сняли автомобиль моего друга, Opel Kulomin, за 20 тысяч рублей куплен. Он на ходу, я обязательно оставлю ссылку в описании на этот видеоролик, посмотрите. Он короткий, 13 минут, внешний вид автомобиля. Блин, ну как бы я не буду говорить то, что прям идеально, все классно, каждый вывод из вас пусть делает сам. Интерьер то же самое. С точки зрения надежности, ну по крайней мере я этому автомобилю на сегодняшний день еще верю. Kia зарекомендовали себя так, что они особо сейчас не сыпучие. Да, есть проблемы, наверняка что-то с ним будет всплывать, но покажет в первую очередь время. Здесь техническое обслуживание стоит 12-15 тысяч. Вот мы сейчас катались в спортивном режиме, гоняли по городу, стояли в пробочках. Средний расход по компьютеру вылетел 18 литров. Соответственно, если кататься в более плавном режиме, я думаю, ну будет 12-15 литров. Выйти на трассу за десяточку, ну ниже десяточки можно будет уронить. Повышен ли спрос к автомобилю? Безусловно. Катаешься, все на него смотрят, заглядываются. Привлекательно. Самая простая версия, когда будет задним приводом, 1.9, ну не то. Хочется, конечно, автомобилю с этой возможностью, когда будете передавать звук, искусственный выхлоп вот этого рокота в салон, потому что это действительно круто. В любом случае, я огромное спасибо говорю официальному дилеру Kia Автоспеццентру, он находится сзади нас, улица 2, машиностроение, дом 6. Друзья, люди дали машину, нужно отблагодарить. Обязательно сейчас попрошу у них автомобиль на длительный тест-драйв, когда станет сухо. Тогда мы сможем с вами сделать полноценные замеры, выйти на трассу, разогнаться, съездить куда-то на полигон, погонять на этом автомобиле именно как на спортивном. Ну а пока что у нас все. Обязательно подписывайтесь на инстаграм, подписывайтесь на сам канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите ваше мнение, высказывайтесь полностью. Всем до новых встреч, пока!